ляпота. Хашлама. Вот теперь рассказывай, что это такое. Хашлама. Чё это блюдо? Ихнее. Кавказское. Кавказское. Быстро рассказывайте, как она готовится. Да очень просто, все рубится. Бросается в посудину. Да. Ну и главное мясо, да? И главное мясо. Ясно. Воды не доливается, все тушится в собственном соку. Ишь ты. Ну это мы в процессе попробуем показать, как это все. Ну, рукодельники. А что тут? Баклажаны, перец, помидоры, все слоями. Мясо, лук. И все тушится в собственном соку. Понятно. Будем ждать. Что, пришел черед мяса? Да. А мясо, если нам заплатят, мы прорекламируем. Это Новоалександровского мясокомбината. Ишь ты, кусманчики-то какие. Вот теперь слой выкладывается мясо. Чудно так. И еще один кусочек. А сверху что будет? А сверху мы выложим вот этот лучок. Ага. И еще подрежем. Еще подрежем и перец, наверное, да? И целые стручки вот горького перца. Целые стручки ложим. Горького. Горького. Сейчас. А вот этот зеленый. Это тоже, это пикантный перец, он не очень острый такой, это само, он тоже целиком. Ясно, понятно. Уложится. Так, вот мы положили мясо, а сверху вот навели красоту перцем. Теперь кавказские приправы пошли в ход. Теперь ароматы Крыма. Ароматы Крыма пошли в ход. Ну, короче, она просто не имеет права невкусная не получиться. Вот, ну и тут у меня французской кухни травы. А, ну это пиндосовская это, ну ладно. Ну ладно, пускай будет пиндосовская. Они лягунов приправляют, наверное, ими. Наверное. Лягушатники. Вот. Чуть-чуть присолим сверху. И, наверное, я еще луковичку порежу. Лука должно быть больше, сочнее будет, согласен. Да. Да, оно и так сочно будет. Вай-вай-вай-вай. И что это у нас тут жарится? Это мы мясо пытаемся жарить. Вы бы могли ближе показать, даже, что вы ушли на кульстар. Чтоб вас видать было. Это как-то так. А пахнет так. Ну, это еще рано, только начали. Все, вот речка с чистейшей водой, с ледника течет. И вообще, кто на вахте работал, имеет право в тихой речке отдохнуть. А вот там про лося написано, покажи. Лось там. Лось обращается к народу, убирать за собой мусор. Да, мусор нельзя оставлять. Такая красота. Ляпота. Нельзя мусорить здесь. Скоро будет приятного аппетита. Хашлама и шашлык. Да, как-то так. Чай с имбирем, кофе, здоровый образ жизни. Да, 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 да. Без чачи. Чачи нету, йох чача. Анатолий Федорович выпил чачу.
Ага, поперло, запахло. Тут кофе захотели, рядом стоит турочка. Все как учили. А, забыли уточнить. Не мешается это блюдо, как и плов. Готовится все само. Тушится. Ну, тут мясо поубавилось чуть-чуть. Мясо, конечно, просто сказка. Внизу лучок с лимончиком. А тут по мелочи так это чай с лимоном. Кому кофе, кому чай. Кому чё? По мелочам. Чё? Передавайте приветы. Пишите письма. Вода чистейшая, с ледника новорожденная, и грозди рябины. Тут и с этой стороны. Подопятовик. Вот тебе подфартило. Сил больше нет. Завалило всю машину грибулями. Архыз, сентябрь 2017 год. Ну а тут так это по мелочи сейчас будет завтрак на природе. Это называется хашлама. И шашлык вместе разогретые. Так, все, начали. Приятного аппетита. Ай-яй-яй. Выключи, да. Ай-яй-яй. За ваше здоровье, чтобы мы не хворали. Без косы не приезжайте. Только с косой их косить. Грибы, наверное, собирать хорошо, но перерабатывать их. Ляпота. С лошади сорвали. Живой. Живой.
она не ходит. Помахать так это. Подожди, я... Даже можно было по наличию. Да? Выливай назад. Да.